хмарей. Владыка вот, меня повсюду знаю. Недаром каждый мой приход поклонами встречает. Не хочу я, папа мой, быть женою водяной. Лучше буду, папа, я женой простого моряка. Знаешь, дочка моя, не согласен я с тобой. Мое слово нерушимо. Не хочу замуж за лягушку. Не надо, Пеночка, не кричи. А давай, морской владыка, испытание устроим. Кто руки ее достоин? Если выиграет водяной, значит, будешь ты его женой. Если выиграет моряк, значит, вступишь ты с ним в брак. Будь по-твоему, жена, выберем мы жениха. Моим зятем станет тот, кто победу обретет. А не обманешь? Я же не простой болтун, я морской пахан Нептун. Батюшка Нептун, Амфитрита, присаживайтесь, пожалуйста. Давай. Ну, а мы устроим соревнование. Водяной, ты себе в команду набираешь помощницу, у тебя есть. Вот четверо, а тебе, моряк Боря, предстоит и зрителей выбрать помощников. Четверых, выбирай. Смотри, батюшка Нептун, а водяной-то быстрее себе команду собрал. Да никого он там не наберет себе. Первая, ты моя. Пойдем. Ну что же, видимо, мне придется выходить замуж за водяного. Да, да. Говорите за мое счастье, Боря! И первое испытание будет такое. Надо ладошками, став напротив ведра и кружки, встаем, собирай, Боря, свою команду. Встаем вот сюда. Из ведра в кружку воду перелить. Ты встаешь сюда. Все. За тобой вся твоя команда до кружки. Сюда, ребят, вставайте. А ну, в линию устраиваемся. Вы должны, ты должен воду в ладошке взять, передать сзади. Передаешь воду в ладошке. Он передает, ты передаешь в ладошке. А ты воду передаешь в ладошке девушке. Она кружку выливает. Готовы? Он чист, он разлил все. Давайте скорее. И Кимура, ты чего? Закончился конкурс, какой чашки больше?
что, не так задание поняли? Ну, ё-моё! Ай, молодцы! Молодцы! Команда! Команда! Матросы Бори! И следующее задание! А следующее задание будет такое! Кто кого перетанцует? Небольшие танцы! Танцы вам предстоят! Итак, первый танец для команды Водянова! Музыка для вас! Танцуете вы! По отдельности. Да. Маэстро, музыку! Молодцы, спасибо! Теперь танцует команда «Моряка Бори». В водяную сторону отходит со своими помощниками. Так, музыка для вас, моряки! Со мной только те, кикиморы. Как здорово танцуют моряки. И даже кикиморы поддерживаешь. Ну нет. Что, батюшка Нептун, чья команда победила? Бори! Команда моряка. Нет, Водянова! Ну а давайте спросим зрителей, чья команда победила? Водянова или моряка? Бори! Бори! Конечно же, моряка! Амфитрита! Подарки! Подарки участникам и помощникам! Помощникам моряка! Ну, Веночка! Ой! Горе мне, горе! Сталина я ему написал. Володя, мальчик, повеселились, а теперь пора и пенки жениха выбирать. Выбрали уже, выбрали амфитрита, жених-то матрос Боря, сказали. Точно выбрали? Да, да, да. Ну и замечательно. Счастье дочери любимой очень важно для меня. Выдаю я пенку замуж за простого моряка. Любовь сильна, в ней нет преград. А сейчас для тебя, дорогой Нептун, и для людей немножко поиграем. Итак, предлагаю желающие поиграть в игру с Нептуном. Вставайте в круг, выходите сюда, желающие немножко поиграть. Встаем в круг. Пойдем, ребята. Да, давай, пойдем поиграем. Итак, шире круг, шире круг. Thank you.
посох, под музыку мы посох передаем. У кого посох окажется в руках, выходит на середину. Итак, под музыку. По кругу передаем. Выходи, выходи сюда, выходи. Амфитрита, жена Нептуна, поможет. Доставай, доставай фан. Что тебе предстоит сделать? Открывай. Так. Прокричать громко-громко. Вот, настоящая русалочка. Ну что, заслуживает подарок? Заслуживает, а мы передаем посох дальше. Ой, извините. Приступим. Изобразить осьминога. Ну что, достойно приза амфитрита? Достойно. Передаем дальше трезубец. Рассказать стишок. Придется вдвоем.